Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Актер театра и кино Александр Дубовицкий ушел из жизни еще 7 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Артисту было 53 года, тело знаменитости 22 дня находилось в морге. Обстоятельства и причина смерти Дубовицкого неизвестны. Никто из родных и близких не заметил исчезновения актера. В 1987 году Александр окончил Челябинский институт культуры по специальности режиссер народных театров, а в 1994 эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Дубовицкий снимался в таких кинокартинах, как «Меч», «Мент в законе», «Звездочет по ту сторону волков», «Зверобой» и других. СМИ сообщили, что в московской квартире нашли тело актера Максима Михалина, известного по сериалам «Закон и порядок», а также «Марш Турецкого». Загадочные обстоятельства его смерти предстоит выяснить оперативникам. Пока что известно, что Максим Михалин умер 7-10 дней назад. Родные и близкие в течение некоторого времени пытались связаться с ним и после безуспешных попыток вынуждены были приехать в его московскую квартиру. На стук и звонки также никто не отреагировал, поэтому пришлось взломать дверь. В пустой квартире обнаружили тело актера. Следов насильственной смерти не найдено, но оперативники продолжают работать на месте происшествия и проверяют все материалы дела. В одной из квартир на Мосфильмовской улице было найдено тело 46-летнего актера Максима Михалина. Прибывшие на место медики предварительно установили, что мужчина скончался от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Порядок в квартире также нарушен не был, сообщили в правоохранительных органах. Сейчас тело актера отправили в морг, где медицинские эксперты должны установить точную причину смерти. Максим Михалин известен по ролям в российских фильмах и сериалах. За свою карьеру он снялся в 40 проектах. В Москве в собственной квартире обнаружен мертвым актер эпизодического плана Алексей Гирилович, снимавшийся в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Глухарь» и «Бумеранг». Ему было 48 лет. Обнаженное тело нашли на кухне. Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре тела не обнаружили. Точную причину кончины артиста установят по результатам экспертизы. Криминалисты обнаружили под телом Гириловича часть ремня и пакет с медицинскими препаратами. Стол в спальне был перевернут. Актер несколько дней не выходил на связь, что встревожило его друга. Он решил выехать в его квартиру. И там обнаружили труп. Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства смерти Гириловича выясняются. Алексей Гирилович окончил Белорусскую государственную академию искусств и школу актерского мастерства Юрия Грымова. За свою карьеру Гирилович успел сняться почти в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Бумеранг», «Интерны», «Адвокат», «Мелодрама», «Домашний арест», «Карпов», «Балабол». Последним фильмом, в котором он снялся, стал 18+, картина еще находится в производстве. Актриса Наталья Назарова умирала в одиночестве. По предварительным данным, ее тело пролежало в ванной 2 недели. Дверь в квартиру вскрыли только, когда по подъезду начало распространяться зловоние. Звонили вроде как из гильдии актеров, что она 2 недели не выходит на связь. Они отошли, посмотрели, вроде как телевизор работает, рассказала соседка актрисы в программе «Ты не поверишь». Жильцы дома считают, что Назарова могла поскользнуться, удариться головой, а встать не сумела. Помощи ей ждать было неоткуда. Актриса вела затворнический образ жизни. Тело кремировали в Туле, а захоронить прах решили на Домодедовском кладбище. Назаровой не стало на 73-м году жизни.